Дороги для всех. В Серпуховской торгово-промышленной палате обсудили вопрос строительства велодорожки, которая соединит Серпухов и Протвино. Такая необходимость возникла в связи с увеличением количества жителей городов-соседей, любящих велоспорт. На участке дороги активисты неоднократно устраивают велопробеги. Тем не менее, оживленная трасса опасна для таких поездок. С открытием летнего сезона ДТП здесь происходят все чаще и чаще. Но представители ГИБДД отметили, что при соблюдении всех норм безопасности в их ведомстве проект поддержат. Да, замечательная идея, но при всех технических возможностях, то, что там с одной стороны существуют поля, с другой стороны жилой сектор в одном месте, это замечательно. Дальше мы, когда, вот, как вы сказали, танк проезжаем, но там с двух сторон уже частный сектор, и там дальше расширяться уже больше некуда. Пока строительство велодорожки обсуждается только в перспективе. На реализацию проекта могут понадобиться годы. Как минимум, необходимо увеличивать ширину асфальтового покрытия и решить вопрос с проезжей частью в районе частного сектора и поселка Большевик. Там расширить дорогу не получится. Но активисты рассчитывают привлечь к этой проблеме внимание областной власти. В качестве общественной акции уже в сентябре велосипедисты проведут велопробег в поддержку своей инициативы.